6 часов утра, когда едешь по Москве, это какая-то такая ностальгия по пустому городу. Едешь, никого нет. Мы едем сейчас, в общем-то, на встречу именно с Кадиллак-клубом, и именно с Кадиллак-клубом мы поедем на автостраду. Сегодня 19 августа. Мы едем Кадиллак-клубом на автостраду в Калугу. Едем мы на стареньком автомобиле Cadillac DeVille 88 года. Едем в колонии. Погода нас, как обычно, радует, балует. На улице солнышко. Все круто! Всем привет! С вами Кадиллак-клуб. Сегодня 19 августа, и мы едем на автостраду в Калуге. Крупнейшее автомобильное мероприятие. Надеюсь увидеться с вами всеми там. До встречи! Короче, пока ехали, кончился бензин. Вот, так как заправок, как видите, нету в округе. Опять река сервис пришел на помощь. Выручил, правда, сотым бензином. Думал, полетит как ракета.
Но сегодня мы побывали в славном городе Калуга второй раз в составе практически всех тех же лиц и участников, которые у нас были. Кадиллак-клуб Airlines приветствовал всех своих гостей на борту. Вон тех вот оставшихся авиалайнеров. Да, это мы последние, самые сильные. А еще прошу вот посмотреть вот туда. Вот. Сейчас еще будет продолжена у нас фотосессия небольшая. А вообще, дядя Сережа, верни наши паспорта, а? Мы домой хотим кушать. А вот этот вот товарищ у нас вот с козой, он у нас номера от машины отобрал и тоже домой не пускает. Ребят, я хотел поблагодарить вас за приглашение. Рад был познакомиться с прекрасными людьми. Большое спасибо за то, что вы делаете это дело. Это очень важно. И пускай нас мало, но это действительно важно. Спасибо. Всем здравствуйте. В очередной раз все круто, все здорово. Покушали, послушали громко музыку, потом насладились тишиной. В общем, все здорово. Мы, как обычно, опять сгорели все, панды загар нанесли, все нормально. У нас реднеки есть уже тут. Да. Так банда реднеков, все нормально. Сегодня это в стадии прибавилось, как в стадии. Сергей, вы там со стадом поставили. Спасется. Бегало здесь, мы приручили. Все круто, вступайте в клуб, подписывайтесь на каналы, следите в инстаграме.